сказал телефон отключить. Это у Хэки. Дай сюда. Погода чисто воровская. Ну ты Хэка даешь. Не мог ближе бабки зарыть. Направо. Входи. Где? Кажется, там. Вот здесь. Когда-нибудь я смогу родить тебе ребенка. Всему свое время. Ты же видишь, что сейчас творится вокруг. Я не хочу, чтобы наши дети были сиротами. Вот скоро мы с тобой вместе уже не первый год. И все время я слышу одно и то же. Эти твои стрелки никогда не закончатся. Эти твои проблемы. Как бы мы с тобой, Сашенька, не поссорились? Или тебе уже все равно? Ты же знаешь, я тебя люблю. И что будет потом, мне не важно. Просто единственное, чего я хочу, чтобы у нас... Прекрати.
Прекрати. Что из-за этого ты подставился у братву? Ша, я попал. Сильно попал. Они меня на наркоте взяли. Зимой. У меня не было выхода. Суки, они мне варианта не оставили. Ну, они тебе варианты не оставили. Понятно, сдал братву. А зачем ты светлое имя товарища в наших глазах, в глазах всей братвы очернить хотел? Зачем ты эти бабки на чухонца повесил? А? Значит, ты знал, что он утонул. А я тебе скажу, он не утонул. Ты убил его. Убил и зарыл. Чтобы не нашли его случайно, как Шаню. И зарыл ты его вот в этой самой яме, потому что ты ленивый. Ленивый рыть еще одну. Саня, дай ему лопату. Шах, пацаны, вы че, ну я клянусь, Шах! Я клянусь! Шах! Ты не говорил, Шах, когда пацанов ставил под ментовские пули. Когда раненого Артура ментам оставил. Когда стрелял в пацана, который тебя, крыса, буквально полгода назад из-под пуль вытащил. Ты говоришь, Шах, не Шах. Мат. Ты плохой игрок, Хыка. Потому что видишь всего на два хода вперед. А надо? Надо видеть всю игру. Или хотя бы на пять ходов вперед. Если бы это было так, то ты бы видел, что светит тебе при таком раскладе только мат. И проклятие твоих бывших друзей. Шах, у меня пацан в детском доме. В лисьем носу. Валера Юрасов. Не дай пропасть пацану. Thank you.
Алло. Привет. Ну, слушай, может, до завтра отложим? Нет, думай, я тебя принять не могу. Уже у дома? Я сейчас спущусь. Подожди. Никаких следов. Выкатили. Ага. Давай быстрее. Ну что там возишься, ну? Да не открывается. Кнопку нажми. Нажимаю. Сейчас на разъезде перепрыгните в Хыкину-Колымагу и на карьер по финской трассе. И сожгите эту Колымагу. Угу. Хорошо? Понятно. Хорошо. И сразу назад, Цыка вас там уже ждет. Да. Потому что я только что въехал в зону действия сети. Я рад, что ты переживаешь. Сделаем что? За недостатком улик уже не годится, нужна другая формулировка. Не знаешь, какая? За отсутствием состава преступления в действии. Ося, меньше вопросов, больше здоровья. Я сказал. Ну чё? Чё прикисли? Как говорил Кирпич, кончил дело, гуляй смело. Видишь, вот погода, то день, то ночь, то снег, то дождь. Что хотят, то и делают эти коммунисты. Ну что, двинули? Поехали. Скажи, а как так получилось, что у тебя вдруг сразу две вакансии для танцовщиц? У тебя же отбоя не было. Не было отбоя. До вчерашнего дня. Вчера вечером двух моих танцовщиц увезла скорая. Знаешь, с каким диагнозом? Сильная наркотическая интоксикация. А этого еще не хватало. У тебя ведь респектабельное заведение. Было респектабельное заведение до вчерашнего дня. Можешь представить, обе девицы с высшим образованием, у каждой хореографическое училище за плечами, очень приличные семьи и наркотики. Меня эта ситуация из колеи просто напрочь вышибла. Ты знаешь, у меня в агентстве есть девчонки, которым не хватает заказов на рекламную работу. Но карьеру проститутки я никому предлагать не намерена.
Это уж, извини, не по моей части. Мне нужны именно танцовщицы. Танцовщицы без всяких дополнительных обязанностей. Я поэтому и обратился именно к тебе, не раздумывая. Знаешь, я все-таки чувствую себя усталой. Не хочу сейчас появляться на людях. Поэтому, если тебе не сложно, отвези меня, пожалуйста, домой. Скажи, а семья твоя по-прежнему там? В Лондоне? Угу. В Лондоне. Скучаешь? Я тебя умоляю, Саша. Лучше не спрашивай. Все хуже, чем ты себе можешь представить. А, скажи, ты уверен, что сможешь разобраться с этим? С наркотиками разберемся. Серьезные люди со мной работают. Даже запах этой дряни вблизи моего клуба не будет. Ладно, не волнуйся, я завтра пришлю тебе нескольких девочек на кастинг. Ты сегодня одна? Спасибо за приятную прогулку. Россия, рефери в каре Гилберт Айвел, Голландия. Рефери в каре Гилберт Айвел, Холланд. Проснулся? Ты как здесь? Дверь была открыта. Моя голова. А там кто? Не знаю. А ты что, сам не помнишь? Ладно, вставай, Колян. На тренировку пора. Только тренировка спасет нас от физического и морального падения.
Мужик, ты что здесь делаешь? Машину охраняю. От кого? От бомжей. А, от бомжей. Ну тогда на. Раз от бомжей. Прошу. Ну давай. Привет. Приехали из Кронштадта. Просят помочь решить проблему. Какую проблему? Пацанва беспредельничает. Мы не третейские судьи. И всех проблем все равно не решим. А если будем реагировать на просьбы всех обиженных, то скоро со спортом придется завязать. А я этого не хочу. Коля, им нужен всего лишь авторитет, который есть у нас. А нам нужны деньги, которые они предлагают за проблему, которую мы можем решить сами. Вот, смешай. А ты не отвлекайся. Занимайся, тренируйся. А мы скоро вернемся. Мишань, пошли. Подожди. Мишаня, возьми с собой Стаса и Рому. Поезжайте, разберитесь. Если что, сразу звони. Через 2 часа вас не будет, выйдем все. Угу. А Шустрый на телефоне, здесь. Хорошо? Коля, у тебя Виктор к телефону. Ну, ты будешь разговаривать? Чего он хочет? Говорит, что срочно. Скажи, что через 40 минут буду. Хорошо. Все. Спасибо. Мне все понятно. С этого дня у вас есть постоянная работа. Постоянная работа. Мы одна семья. Все вопросы вы будете решать с арт-директором клуба и с менеджером по персоналу. Один момент. За нарушение хотя бы одного пункта договора мы расстаемся. Я надеюсь, этого не случится. Ни пуха, ни пера. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Привет. Ну что, разговаривал с ними? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Разговаривал? Разговаривал. Я сам к ним ездил. Мне ведь делать нечего больше. Поэтому я сам к ним поехал. Не ты, Коля, я. Они лежат в лёжку. Их только вчера вечером откачали. Они ничего не соображают. Ничего.
Или делают вид, что не соображают. Я тебе скажу, они боятся. Просто боятся. Кого боятся? Я эти дни занят буду. Ну? Чемпионат на носу. У тебя чемпионат. Ну, а ты понаблюдай пока. Без лишнего шума. Ну, почему я понаблюдаю? Ну, вот почему, а? Материалы видеонаблюдения посмотри повнимательней. Может, кто-то из своих приторговывает. Пусть проявится. Не торопи события. Виктор Дмитриевич! Что? Что-то они там мозги парят. Может, там проблемы какие? Да время тянут. На самом деле очень долго. Может, глянуть? Посмотри, что там. А. Пусто. Здорово! Смотри, какой стал, а! Молодец, а? Поправился. За рулем поедешь, Артур? Да. Держи, держи. Твоя машина. Давай, давай. На два по машинам! Расстроен? Нет, все в порядке. Я сильно опоздал? Да не страшно. Чего тебе не хватает? Если не возражаешь, мне пора уходить. Очень хотел, чтобы у нас все было хорошо. Но все есть так, как есть. Не может быть иначе. Ты права. Ты
Каждый делает свою судьбу сам. Ты достойна большего, чем, мне кажется, я могу тебе дать, поэтому я... Спасибо. Вазген Георгиевич, извините, телефон звонит. Уже давно? Да. Да, я знаю, что завтра. Не тяни кота за яйца. Я говорю, меня интересует только формулировка. Да? В общем, так. Все деньги вернешь. Я повторяю, сука, все деньги вернешь. И срок у тебя 2 дня. Понял? Шакал. Ну что вы, Вазген Георгиевич? Вы даже не успели ничего попробовать. Бери, Илюша, бери. Для кого-то же должен быть сегодня хороший день. Последний раз ты приходил сюда около 2 лет назад. Правда, на Троицу был и на Преображение Господне. Ты сильный человек, но помни, истинная сила не в теле, а в Духе Святом. Тебе многое дано, Николай, но с тебя многое и спросится. Отсутствие в человеке потребности покаяния, гордыня, а это смертный грех. Нет человека, который сказал бы про себя: «Я безгрешен». Ты просишь благословения. Я верю, что злых помыслов у тебя нет. Врата храма открыты для любого, кто нуждается в кормлении духовном. Благословляю тебя, сын мой, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Иди с Богом.
меня убьете. Ты не первый, не последний. Все так говорят. А потом платят. И ты будешь платить. А куда ты денешься, ну? Подумай своей головой. Вы плохо слышите, что ли? Платить не буду. Еще раз говорю, этого не будет. Пошли вы отсюда. Я сказал нет. Рогом уперся, я все не буду, говорит, платить, а? Говорю, платить не буду. А почему? Его спроси. А почему вы не хотите платить? Так же нельзя, все платят. И вы должны. А то непорядок. Вы, кажется, бывший военный. И должны понимать, что порядок есть порядок. И не нам его менять. Нет. Я повторяю, вы будете платить? Поклонки. И все-таки порядок должен быть порядок. Вы пока здесь? А мы пойдем с Бешеным пообщаемся с его семьей. У него, кажется, жена и дочь. М? Жена и сын. Значит, будем общаться с женой и сыном. Пойдем. Время – деньги. Не надо! Я согласен! Правильный ответ. Вставай. Да иди ты. Что? Больно, вот что. Больно? Ты где находишься? Ты раз и навсегда должен решить для себя, кто ты и зачем сюда пришел. Превозмогать боль, побеждать боль – это и есть наша профессия. Если ты этого не понимаешь, вставай и жди меня за дверью. Я с тобой. Извини, я с тобой. Уважаемые дамы и господа, наш перерыв заканчивается, и я прошу вас занять ваши места. И первым ногой поднимается представитель школы боев без правил весом 103 килограмма Роман Земцов. Представитель школы тхэквондо и бокса весом 103 килограмма Игорь Школьник. Дамы и господа, я имею честь напомнить вам, что у нас турнир коммерческий. Делайте ваши ставки на тотализатор. Минимальная ставка $1000 Соединенных Штатов. Многие из вас знают, что я человек небогатый. Но я свою ставку уже сделал. Господа, делайте ваши ставки. Итак, поединок начался. Что противопоставит Земцову Игорь Школьник? Чем ответит Роман? Роман Земцов атакует. Школьник защищается. Серия великолепных ударов. И вот мощнейший удар с левой. Скажите, пожалуйста, чем отличаются бои без правил от обычного бокса? Как день и ночь, девушка. Как день и ночь. А конкретнее, извините? Совершенно разные вещи. Нельзя сравнивать.
Спасибо. Ну что ты, до конца будет? Остаешься? Да. Интересно, он еще будет сидеть. Поздравляем, господа! Поддержим своими аплодисментами Юрия Школьного! Отдадим дать уважение его мужеству! Спасибо! Так, друзья, следующий поединок. Первым такой поднимается представитель школы кикбоксинга весом 90 килограммов Роман Шабахин. Чемпион Европы, чемпион мира по боям без правил, весом 86 килограммов Андрей Семенов. Итак, поединок начался. Так кто же, кто одержит в нем победу? Роман Шабахин или Андрей Семенов? Идет в разведку. Соперники обмениваются ударами. Движение в поединке нарастает. И проход. Проход с ноги в исполнении Андрея Семенова. На вашем окне вынужден защищаться. Но Семенов неудержим и продолжает атаковать. Он занимает доминирующее положение и обрушивает на голову соперника серию мощных ударов. Шабахин защищается. Семенов атакует. Поединок близится к своей развязке. Ну, и рефери останавливает бой. Да, уважаемые дамы и господа, победу в этом поединке одержал. Опоздал. Да нет, все нормально. Я просто пришел раньше времени. Ты вот этого человека знаешь? Негра, что ли? Вот этого. Так он личность известная. Артист, бизнесмен. У него, кажется, в твоем районе кабак? Да, хороший клуб. Твой коммерсант? Нет, он работает со спортсменами. Сделай наезд на него такой легкий. Пробей его. Хочу знать о нем все. Тебе это надо, Шах. Я это сделаю. Хороший у нас город. Любуюсь вот. Смотри, какая красота. Ага. Ну что, я полетел?
Чай, кофе, покрепче что-нибудь. Нет, спасибо, я на минутку. Забежала узнать по поводу девочек моих. Ну, кофе. Лена, два кофе в VIP-кабинет, пожалуйста. Все. Надеюсь, не разочаровали. Все, что могли, как говорится. Да нет, наоборот. Они очень довольны. Спасибо. Вам спасибо. Виктор Дмитриевич, там в зале какие-то посетители странные. Конкретнее. Вас требуют. Гогочут нагло. Руками хватают. Что за чушь? Секунды. Виктор, может, я уже... Одна минута. Коля. Ага. Коля, это я. Ну, что у тебя, Витек? Привет. Слушай, там люди пришли, нехорошо разговаривают. Серьезная беседа предстоит. Будь осторожен. Есть проблемы? А? Ребята, вообще-то в этом районе все ночные заведения нам платят. Здесь неподалеку есть лес. Давайте отъедем туда. И кто оттуда выйдет живым, тому и будут платить. Так ты что? А ты, если себя так будешь вести, я тебе сквозняк в голову пущу. Ну ладно, пацаны. Мы, кажется, ошиблись адресом. Покатили. Чего так напряглись? М? Ну, еще один разговор на минуту. Один минуточка. Не понял. Хотел тебя с хорошим человеком познакомить. Видно, не твой день сегодня. Ну ладно, давай тогда, увидимся в Голливуде. Все, бывай. Красивый у нас город. Мне кажется, настало время взять с этого пирога кусок побольше. Все пальцы, Артур, в рот не засунешь. Не понял. У нас большой город, Артур. И места хватит всем. Всем? Их много? Если их много, это значит хаос. А хаос – это всегда беспорядок. Несмотря ни на что, мы должны расширять зону своего влияния.
а потом наслаждаться плодами своего труда. Для этого, дорогой мой брат, мы не должны жалеть ни крови, ни жизни. Тем более чужой, да, Артур? Я понимаю тебя, Артур. Кое-кого мы можем подмять под себя, они не пырхнут. Но здесь есть серьезные ребята. Подними. Магазины, рестораны, клубы, казино даже. Это спортсмены. Актеры, борцы, отморозки всякие. Они ничего не хотят иметь общего ни с кем. К общаку не имеют никакого отношения. Воровских законов не признают. Ну я же говорю, это хаос. А кто у них старший? Основной у них некий Кудряшов. Чемпион по боям без правил. А вот, кстати, его. На афише вот, тормозни. Без правил. Это хорошо. И кто же это все мутит? Че? Ну кто крутит эти бои? Ты что-то придумал? А? Сегодня же узнаем. Несмотря на возраст, Рустам обладает завидной выдержкой и хладнокровием. И снова в атаке Рустам Кавсарага. Он неоднократный участник наших чемпионатов. Видимо, поединок подходит к своему завершению. Давай! Была схватка достойная. Давай, 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 давай! Молодец! Дамы и господа, делайте, пожалуйста, свои ставки. Надеюсь, что ваш выбор будет правильным. Дамы и господа, позвольте себе напомнить, что в этом бою участвует один из сильнейших бойцов нашего города по кличке Мамонт и легендарный Гарри Смит, Соединенные Штаты Америки. Смотри, что он делает, а Мамонт называется. Ну вот, ситуация такой, он не меняется. Я такой, Гарри Смит. И великолепный красавец. А ты попробуй. Ну, посмотри, что лицо. Попробуй. Ты что? Если ты пришел сюда так работающий, а? Иди договорись. И развязка, развязка близка. В атаке Гарри Смит. Договорись. Я в раздевалку. Вон он идет, смотри. В раздевалку пошел. Давай! Я тебе скажу, Артур, это очень непростой парень. Давай, ну, давай! Я тебе точно говорю. Сразу дал ловушку и сработал у Мамонта. И великолепный полевой прием. И победа, чистая победа Гарри Смита. Уважаемые дамы и господа, очень прошу не расходиться. Через несколько минут мы станем свидетелями интереснейшего зрелища. Состоится поединок между Гарри Смитом США и любимцем питерской публики Николаем Кудряшовым. Делайте ваши ставки. Это шанс, реально.
пытавших отыграться, и реальный шанс для выигрышей увеличить сумму выигрыша. Удачи вам, господа! Делаем ставки! Анализатор работает! А пока бойцы готовятся, предлагаем вашему вниманию танцевальный номер. Может быть, сделаете ставки, господа? На 5 баксов на Кудряшова. Крупно рискуете. Так, дамы и господа, уже знакомый всем вам Гарри Смит, Соединенные Штаты Америки и любимец питерской публики. Я заграждан победитель наших турниров. Вроде не опоздал. Нормально. Ты Кудряшова хорошо знаешь? Ну, а что тебя интересует? Что он за человек? Сильный. Боец. Ты же сам видел. А человек, я, честно говоря, и сам толком не пойму. А что за люди вокруг него? Вроде нормальный мужик. Правильный. С наркотой не вяжется. А казначей у него шустрый. Сидит на коксе. Плотно. Должен мне, кстати. Много должен? Ну, мелочь, 3500 баксов. Зарабатывает нормально. Думаю, что не из-за нужды, а так, из определенных соображений. Он хитрый. Хитрый, говоришь? Хитрый, хитрый.
Хитрее тебя? Да какой я хитрец. Ладно, иди. Если что, всегда рад. Вопрос интересный. Что-то своими деньгами рисковать не хочется. А своими деньгами рисковать и не надо. А чьими? Твоими? Тут залетные появились. Наркоту привезли. Мои конкуренты хотят с ними сотрудничать. Мне это не нравится. И что? Говори с ней. У них скоро стрелка. Купля-продажа. Там зелени, кокса немеренно. Вы берете все, бабки ваши, а наркота моя. А тебе не жирно будет. Возьмешь то, что дадим. Ну, тогда ладно. Где и когда? Я вечером позвоню. Сучонок. Крыса, ну. Только не надо про меня гадости говорить. Поехали. Это тема. Да, наша тема. Thank you.
Проходи. Отпустите ее. Не бойся, тебя здесь никто не тронет. Но я хочу знать, кто тебя снабжает этим дерьмом. Говори все как есть, ничего не бойся. Безопасность твою гарантирую лично я. Да че с ней разговаривать, отдать ее пацанам и все. Да. Минуту. По этому поводу. Поговори с моим директором. Шустрый, договорись. Лицо мне твое откуда-то знакомое. Да. Как тебя зовут? Что? Сколько? Сколько? Через минуту перезвоню. Предлагают матч-реванш со Смитом. Ставка 250 штук. Сколько? 250. Договаривайся. Так как говоришь, тебя зовут? Мы согласны. Инга, мы с тобой, с вами в одной школе учились. Простите меня. Ради бога, простите. Я не буду. Клянусь, я не буду. Никогда, никогда. Пожалуйста. Умоляю. Лех, возьми это все и спусти в сортир. А ее отпустите. Ну? Может быть, расписку? Дурак шустрый. Зачем? Ну, чтобы все были спокойны, а? С вами у меня не было пока поводов для беспокойства. Пока. Шутка. Давай. Слушай, а правда у них эти самые силиконовые? Себе это не показывает. У них там на Западе силикон, а она все не туда. Хорошо, что тебя такие вопросы интересуют, маленькая. Может, я старше тебя? Маленькая блоха больно кусает. О! Ой! Отдыхаешь, маленький? Привет! О, жизнь, а расслабься. Алло! Кто? Громче! Да вы что? Тебя девушка какая-то хочет. Ну иди, милая. Кто? Кристина? Да. Какая? Хорошая. Ну? Да я ничего не чувствую. Я его в сортир спущу вместе с его наркотой. Ладно. Все, давай. Я все понял. Извини. Коль, что-то случилось? Помнишь ту бабу, которую с наркотой в сортире поймали? Ну? Ее один козел за эту наркоту порезал. Кто? А вот это и нужно узнать. Ну так что? Поехали. Коль, ну мы же должны... Поехали! Да все нормально.
три года на него работала, все ему. Квартиру мамину продала за его долги. А этот гад ее на иглу посадил. Да еще и торговать этой дрянью заставил. Алло! Да. А когда она в вашем, да, да, вашем клубе с наркотой попалась, ну, возможно, он ее порезал, да еще счетчик включил. Да успокойся ты. Хорошо, что она мне ваш телефон оставила. Как будто знала. Что? Предлагают бой. С кем? С бешеным. Сколько денег? 40 тонн. Хорошие деньги. Договорись. Алло. Да, да, мы согласны. Нет, сейчас не могу. Перезвоню. Ну что, мы сделали все, что могли. Во, врач вышел. Жить будет. Ну, а потом... Потом уже наша проблема. Давай. Спасибо. Как она? Все нормально. У тебя адрес этого бизнесмена есть? Нет, только телефон. Поехали. Ну ладно. Вы только без присмотра ее не оставляете. Начальник! Да начальник, быстро! Федор Артемич уехал. Куда? На встречу. На какую встречу? Где встреча? Быстрее! Встречаемся на дамбе. Все срослось. Условия те же. До встречи. Где точно на дамбе? Под мостом налево. Не дай бог тебе ошибиться. Извини, браток, сегодня день такой. Нас здесь не было, ты понял? Не дурак, понял. Ну и отлично. Ян нас подставил. Какой ему смысл? Действительно никакого. Они. Я вижу. Никакой самодеятельности. Работаем только по моей команде. Привез. Как договаривались? Хороший товар. Так.
нормально. Начали. Козлина. Мертвый прикинулся. Да он думает, что он самый хитрожопый. Деньги любишь? А? На, забирай. А? О, Сах, смотри, какая волна. Давай быстрей. Из местной братвы, я его знаю. Остальные залетные. Извините, я сейчас подойду. Похоже, кому-то деньги нужнее своих людей. Все время вместе, понимаешь? Если с ней что-нибудь случится, я не знаю, как я буду жить. Теперь все будет нормально. Вы под нашей защитой. Ты что ли нас защитишь? Я? Ты это видала? Молодые люди, вам разрешили! Идите! Ну, быстрее, быстрее, я говорю. Пошли. Ставочки принимаю. Делайте ставки.
колоти его от души, но не убивай. Он лох. Понял. Ты должен измотать его как следует, но не калечить. Он нам еще нужен. Все понял? Да. Штука на бешеного. Есть. На бешеного. На бешеного? Тысячу. Тысячу. Так, пожалуйста. Тысячу. На Кудряшова. На Кудряшова. Девушка, не волнуйтесь, все будет окей. Полторы на бешеного. Полторы на бешеного. 2000 на Кудряшова. Хорошая ставка. 2 на Кудряшова. Господа, ставки сделаны. Готовы? Давай, пошел. Ты напряжен, боишься, что ли? Давай, ноги пробивай! Бей его, чего не бьешь? Молодец, молодец, еще раз! Почему вдруг здесь? А мне так удобней. Я смотрю, ты рад такому исходу поединка. Ну, как тебе сказать? Дать тебе совет. Сделай так, чтобы твоя радость была менее заметной. Целее будешь. Постараюсь уж. Конечно, конечно. Только чтением не увлекайся. Я тебя. Угу. Да. Понятно. Извини, дела. Пока. Пока. Слушаю тебя внимательно.
ненавижу. Что? Мух ненавижу. Гляди у меня. Я сразу чувствую себя как-то глупо. Вы, я надеюсь, меня понимаете. Правда? А главное, это все излагается еще на каком-то нечеловеческом языке, знаете, в стиле мычания. Ну, это открытая угроза. И тут никаких подтекстов других быть просто не может. И именно поэтому я обращаюсь именно к вам. Ты знаешь, в чем разница между пивом и лекарством? Лекарство сначала выписывают, а потом пьют. А пиво наоборот. Давай. Сначала пьют, а потом выписывают. Я сейчас приду. Давай. Извините. Ты знаешь, почему у новых русских все на короткие стрижки? Потому что они, когда приходят в парикмахерскую, всегда говорят «короче». Не получилось. Не обращайте еще внимания. Может, пьян. Прекратите, ну. Ну, ребята, ну. Послушайте, Коль, вы простите меня, что я вас так называю, но я все-таки человек пожилой. Раньше это были какие-то реальные суммы, а теперь они требуют просто невозможно. А теперь это беспредел. Они называют себя крышей. Вы меня извините за этот сленг. Поэтому я прошу вас, Коля, я вас очень прошу оградить меня от этих неприятных, этих страшных. А почему вы именно к нам обратились? Мы ведь, в принципе, к этому... Семен Израилевич мне вас рекомендовал. Только вас. И мой сын говорит тоже. Да вы не беспокойтесь. Я готов платить даже больше, чем этим. Седина в висок, челюсть в стакан. Извините. Ну, не делай умное лицо. Тебе это не идет. Давай, давай. Давай. Ну что это? Присяг. Вы... Не дергайся. Получилось! Ребята, здесь как-то мрачновато. Лиц не видно. А здесь их и нет. Пойдемте на Невский. Там поговорим. Да нет никого. Пацан один. С Кольтом за пазухой. Что там? Да все решили. Беспредельщики. Поначалу быканули, потом все поняли. Тихо слились. Проблем не будет. Ну, Коля, я тебе скажу, этот антиквар человек очень непростой. Прикинь, вчера за 3 часа мы встречались с 5 разными людьми. И с каждым он разговаривал на разных языках. Я не слышал ни одного знакомого слова. Абракадабра какая-то. Я понял вчера, Коля. Надо учиться. Каждому свое. Валуев? Валуев?
Лойф — это фигура. Думаешь, согласится? Такие деньги. А куда ему деваться? Тем более, этот тип, я, сказал, что у них не хватает. А он их дела знает. Что у него с наркотой? Все нормально. Скоро получим наши банки. И вот еще что. Вчера завез я этого типа, ну, Яна, к ним в зал, чтобы уточнить детали поединка. И вот что он рассказывает. Захожу, говорит, в зал. Дверь открыта. Внутри пусто. Иду дальше. Прохожу в офис, говорит. А там этот маленький пацанчик. Ну, из их бригады. Сидит и чистит кольт. Хромированный. С деревянной ручкой. Артур, я не верю в совпадение. И думаю, что это тот самый кольт, который я вложил в руку этому залетному. Помнишь, там на Дамбе? Да. Это то, что я хотел взять. Твое дело смотреть по сторонам и молчать. Так вот, меня это, дорогой Артур, навело на мысль. Тут есть чем поиграть. Интересно. Это очень интересно, дорогой. Очень интересно. Присаживайтесь. Я вас приветствую. Я прошу прощения за опоздание. На Невском негде припарковаться. Спасибо. Спасибо. Это лишнее. Это не лишнее. Это всего лишь треть того, что я сохранил за счет вашего участия в моем деле. Это не лишние деньги. И вообще, Коленька, если вдруг понадобится мое участие в вашем деле, то вы никогда не услышите слова «нет». А сейчас, с вашего позволения, я должен откланяться. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Очень был рад. Я тоже. Всего хорошего. До свидания. Пока. До свидания. Да. Я перезвоню. Ребят, тут будет с Валуевым предлагать. Он валит всех. Это тот великан, что ли? Был у нас один такой великан в детдоме. Так я его каждый день молотил. Успокойся. Хватит, чё ты? Он что, действительно такой хороший? Это серьезный боец, Коля. Его на Тайсона готовят. Надо бы посмотреть на этого великана. Надеюсь, только посмотреть. Ну, там видно будет. Да ну этих переростков, ребята! Поехали. Едем. Ага. Давай, вставай. Отдыхаешь, пока падаешь. Упал, отдохнул. И снова в бой. Леха, поработай с ним. Боря, давай сюда. Над защитой поработаем. Что хочешь? Давай, атакуй. Да? Соберись. Руки. Ha!
хватит, все. Без тренера останешься. Стас! Стас! Поработай. Умотал. Я в душ. А теперь, господа, то, ради чего мы все сегодня собрались. Это, так сказать, наш матч века. Поприветствуем бойца, бросившего вызов самой судьбе. В синем углу ринга неоднократный победитель в боях без правил Николай Кудряшов. И в красном углу ринга, господа, непобедимый боец, входящий в мировую элиту, Николай Валуев. И смотри, это они должны были получить за победу, а это они должны заплатить за то, что просрали бой. Понимаешь? И вот еще что. За бой с американцем ставку увеличили вдвое. Пойди и обязательно договорись. Понял? Американцу можно пока не говорить, без вопросов. Просто иди договорись. Все, давай. Ян Борисович, а что мне делать с этим? Ну что?
Что ты заёшься ко мне с идиотскими вопросами? Начинаем наш любительский поединок. На ринге Александр и Антон. Насчет порошка не желаете? На травку. А теперь эксклюзивный бой. Бойцы, известные далеко за пределами нашего города. Это профессионалы боев без правил. Не знающие страха. Мамонт. Победитель!
порошка не желаете? Наш праздник продолжается. На ринге Владимир и Александр. Эти бойцы давно знают друг друга. Они встречаются уже не в первый раз. Атмосфера на ринге накаляется с первых же секунд поединка. Какая жажда к победе. Поддерживай, друзья, поддерживай. Итак, Владимир и Александр. Хорошо, я не желаю. Спортсмены молоды, но их техники могут позавидовать многие. Ай, держи, ребят! Коль, здесь наркомана поймали. Кто такой? Я из больницы. Я болен. Коль, да отпусти его. Чтоб я тебя больше не видел. Пошел! Привет, Коля. Привет. Здесь все. Все, что обещал. На. Хорошо, давай. Это говорит Артур. Ты приготовил деньги? Неправильный ответ. Тебе зачтется. Ну ты тварь. А если я не смогу? А куда ты денешься?
что, волосы не мешают? Что? Мне мешают? Это ж не парень. Мне не мешают. Смотри, видишь, видишь, ну что это за мужик? Причем он у него кудри. Сейчас даже девушки бреются. У нормального мужика... Дай воды. Должна быть нормальная стрижка. Ну что, вопросы есть? Ну, отстань. Нет вопросов. Тогда наливай. Ну, пей давай. Я отвечаю. Пей. Слушай, а ты где работаешь? Ладно, ладно, давай. Извини за кудрый вопрос. Господа, я прошу делать ставки. Сегодня вы увидите поединок двух легендарных бойцов. Это Гарри Смит США и Николай Кудряшов, Россия. Владимир, пострелял по уголочкам, проверил ножки, покидал туда-сюда. Делай еще глоточек. Потихонечку. Все, все у тебя есть. Соперник это знает. Эти бойцы уже встречались. В прошлый раз победил Николай Кудряшов. Сегодня матч-реванш. Итак, делаем ставки, господа.
которые все ищут. Пусть ищут. А ты иди. Миша, Шустрый где? Ничего ему не говори. Найди Немова и срочно сюда. Я говорю, найди Немова и срочно сюда. Ничего странного здесь не заметил. Точно? Ты не ошибся? Продал, сука. За бабки продал. Ничего не понимаю. Ну так, договорил. Здорово, Ян. Поговорить бы надо. Все нормально, пацаны?
ну чего вы, ну? Ну я-то здесь вообще ни при чем, ну матерью клянусь! Вообще ни уха ни рыла! Это Артур! Артур во всем виноват, ребята, ну! Артур меня не интересует. С ними все ясно. Шустрым у тебя какие дела? Никаких, у меня никаких дел с ним, ну! Ребята, никаких дел! Никаких дел, ребята! Это Шустрый! Шустрый! Тебя предал, понимаешь? За 50 тысяч баксов зеленых предал, гад! Да он же на коксе сидит! Круто сидит на коксе, ребята, ну! Ему же все время бабки на коксе нужны, ну! Это здесь ни при чем! За 50 тысяч баксов он тебя, гад, им и сдал! Никому ничего не говори. Коль, ну, ты ж меня знаешь, ну, я никогда ничего не скажу. Развяжите его. Опоздание. Пробки. А кто тебя звал? Меня Ян прислал. Он сам не смог. Очень плохо себя чувствует. Не понос так золотухом. Он с Вандерлюком разговаривал? Да, Люк приезжает на чемпионат. С собой везет кучу кокса. Чего он хочет? Денег легальных. Вкусная рыба. Чего? Легальных денег. Короче, Ян велел передать следующее. Призовой фонд чемпионата 300 тонн баксов, так? За небольшие бабки все ложатся под Люка. Он забирает главный приз. А у вас выхлоп с кокса 1,5 лимона баксов. Какие бабки? Он пятикратный чемпион мира. Под него и так все лягут. Нам что втирать? Ян говорит, надо подстраховаться. Тем более, что Кудряшов заявил о своем участии в чемпионате. Долги отбивает. С ним не договоришься. Ян говорит, залетные ищут, кто их ребят заводит. Ага, прям землю будет. Скажи Яну. Пусть сведет нас с ними. Все, свободен.
Не могли они так быстро на капу скинуть. Где-то у них база есть. Ну и где твой КГБшник? А вон его машина стоит. Иди погуляй. Вечером в клубе увидимся. Ну, Колян, я сказал. Понятно. Ну чё? Ребята, все деньги и оставшаяся часть наркотиков там. Можете не сомневаться. Охрана обычная. И деньги быстро. Все отдам. Все! Вот. Шифр. Все отдам. Код сейфа, я сказал. Код сейфа 170, 180. Сколько? 183! Не убивайте. Работаем. Работаем, я сказал. Заметил, кроме меня. Вы знаете, на кого я работаю? Тем, на кого ты работаешь, передай. Пусть лучше курагой торгуют. Они же меня убьют. Хорошо бы. Только такие твари, как ты, им нужны. На, и вали отсюда. Чем быстрее, тем лучше.
Опаздываешь, уважаемый. Я плохо знаю город. А вот наши друзья вовремя. Сейчас. Угощайся. Зачем все это? Это маленькая военная хитрость. Своих врагов надо знать в лицо. Голландцу. Бой сдашь, получишь 20 штук плюс 10%. Устраивает? Щедрое предложение. Нет. Я так и думал. Расплатишься. Хорошо. У нас с Мишелем дела. Отдыхайте. Что им надо, а? Да так, ребята шутят. Видишь, вон за соседним столиком пацан молодой. Тогда киви. Давай. У него за пазухой волына твоего братана. Вещь приметная. А откуда про ствол знаете? Сорока на хвосте принесла. А кто основной? Лохматый? Нет, помоложе. Короче, они твоего братана и завалили. Проверю. На куски порублю. Сколько я вам должен? Какие деньги? Они убили твоего братуху. Это дело святое. За вас, пацаны. Пойми, деньги, которые я тебе давал, не только мои. Да я верну. Я верю, что ты вернешь. Верю. Только мне, Коля, с людьми надо сейчас рассчитаться. Ну, возьми мой ягуар. Я возьму. Ян про клуб знает? Он и звонил. Сколько взяли? Все. Смотри, что делает. Ой, дурак! Животное! Кто? Ну, дурной, ну, дурной. Тупица. Ну, быстро. Смотри, смотри, смотри. Ну, думаю, скоро узнаем. Ты что, с утра здесь? Я уже всех ребят на уши поставил. Звоню, тебя нет, труба молчит. Заехал домой закрыто, а ты здесь. Да.
Он здесь, в зале. Один. В общем, всем отбой. Надевай перчатки, поработаешь на меня. Дай отдышаться. Что как только Инга выйдет из больницы, он нас на хорошую работу устроит. Опять Николай. Нравится он мне. А я? Ну ты же маленький. Извини, больше не буду. А почему вас так зовут? Кристина, Инга? А мы из Прибалтики. Отец был военным. Ну знаешь, Средняя Азия, Урал. Осторожно! Сумасшедшие. Чё, сучара, воздухом дышим. Отстаньте от нас! Стоять! Его. Сыщик. Шеф, а с бабой что делать? Может... Да не до баб сейчас. Сваливаем. Поехали. Понял. Кажется, что здесь прошла вся моя жизнь. Кончай хандрить, Колян. Пойдем, надо отдохнуть, завтра тяжелый день. Здрасте. Я посторонний человек, Николай, вы меня не знаете. Но хочу вас предупредить, чтобы сейчас вы были более осторожны. Вас заказали. Ну и что это значит? Не могу сказать... Но, думаю, ничего хорошего. Вы экстрасенс? В какой-то степени, но речь не обо мне. Вам предстоит ответственный бой. И кое-кто не может рисковать. Ставки, как вы сами понимаете, слишком высоки. Одним словом, вас ищут, если найдут. А чё меня искать? Я не прячусь. Просто... Примите к сведению. Меня не надо провожать, я сам. Спрашивать пустить? Да, пусть войдут. Почему так долго? Да не так-то просто было вырвать его из рук прессы. Все-таки пятикратный чемпион мира. А вот эту сумочку мне лично выручил командир экипажа. Вещичка дрянь, но с большим секретом. Таможня прошла чистенько. Экранирующая материя, двойное дно, ткань с пропиткой от запаха, который не любят собаки. Но это еще 50% успеха. А остальные 50% за тем, что очень любит таможня. А ты проверил содержимое этой чудо-сумки? Проверил, все нормально. Содержимое идеально. А наши условия он принял? Ну, если бы он не принял, его бы здесь не было. А кто ему еще заплатит 50% от тотализатора и гарантию на приз выигрыша чемпионата? Цифра немалая. Немного ему будет? Немного, немного. За выигрыш получит то, что положено.
Ну а за тотализатор? Ну откуда он знает общее количество ставок? Получит то, что дадите. Ладно. Иди. Вот это тоже бери с собой. Нам нужны деньги, а не это дерьмо. Ну зачем так грубо? Для кого, извините, дерьмо, а для меня... Все, ухожу, ухожу, ухожу. Сучонок, а. А вот это вы зря. Не надо. Тема? А? Очень возможно. Тема. Я только теперь начал понимать ваши слова об исповеди и покаянии. Я думал, что живу правильно. А теперь оказалось, что один из тех, кому я безоговорочно доверял, предал меня. А парень, которого я взялся крепко поставить на ноги, погиб. Его убили. И сказать, что в этом нет доли моей вины, я не могу. И пришел я сейчас просить вас совершить обряд отпевания. Не знаю, что такое прозрение. Не знаю, прозрел ли я. Но я понимаю, что во многом был как слепой. И вы правы. Мне есть чем исповедоваться и каяться. Я только не умею этого делать. Это не требует умения. Для этого нужно лишь, чтобы в душе пробудилась потребность. Чтобы сама душа пробудилась. Да и потом, не время сейчас о себе. Я должен завершить некоторые дела. Там, за стенами храма. Иначе я не смогу чувствовать себя даже просто человеком. Я понимаю тебя и соболезную тебе. Я исполню то, о чем ты пришел просить меня, но твои слова тревожат меня. Я хочу, я обязан напомнить тебе слова из Писания. Мне отмщение и ас воздам. Прежде чем на что-то решиться, подумай о том, что человек верующий, берущийся совершить кару и возмездие. Простите меня. Да, конечно. Да. Кто? Простите меня. Я должен... Я вынужден сейчас уйти. Но я приду сюда. Очень скоро. Сразу, как только все кончится. И тогда я смогу все сказать... И все выслушать. Иди с Богом.
если его еще нет, не видно. Значит, уже не появится. Нет. И, видимо, больше не будет. Кудряшова нигде нет. Хорошо. Разрешите? Значит, сработал. Все нормально? Угу. Никого не пускать. Никого. Короче, тебя все ищут. Это хорошо. Ты как? Кудряшов где? Его нет. Как это нету? У него через 5 минут бой. Придет, скажет. Понятно. Может отказаться? Шутка. Тогда пошли.
Дамы и господа, в следующем бою должны встретиться Тони Торрес, Бразилия, и Николай Кудряшов, Россия. Дамы и господа, в виду явки Николая Кудряшова, мы вынуждены... Уважаемые дамы и господа, кого? Не знаю. Поставь на Кудряшова. Спасибо, моя хорошая. Целую. Обязательно заеду. Люси, ну как? Задержки рейса не будет? Хорошо. Значит, встречаемся в порту в 11:30. Возьми то, что я сказал. Да не надо лишних шмоток брать, я там все куплю. Сумку из рук не выпускай. Все. Сумку из рук не выпускай, Люси.
прямо из зала самого Дойлера. Специально для российской программы «Русский шансон». На этот бой и форс-мажорные обстоятельства. Мне очень жаль, но... Умей проигрывать с достоинством. Колян, сегодня наш день. Все остальное забудь. Ну что вы, мальчики, как на похоронах-то? Вставайте, одевайтесь. Нас ждут. Я же стол заказала. Коля. Стол? Стол — это хорошо. Завтра маленького хороним.
Что? Убили его позавчера. Во дворе. Не понял. Ножом. В час похороны. Похороним около храма. Миша договорился. Еще не все знают. Предупредите всех, чтобы были только свои. В общем так, Цикалов, просьба у нас к тебе небольшая. Долг Коли, теперь это наша проблема. Все? Нет, не все. Денег ему больше не давай. Не надо. Хорошо, я подумаю, подумаю. Подумай хорошо. У нас с Колей свои дела. Момент. Алло. Да. 16:30. Да, ровно. Говори. Я говорю, у нас с Колей свои дела. Я не очень понимаю причины вашего приезда сюда. Шах. Так он нас не хочет понимать. Я понимаю. Просто хочу предупредить. Николай узнает о нашем разговоре. Значит, нет. Значит, нет. Душно у тебя. Хороший ты парень. Жаль. Не знаю, что произошло. Там с утра никого не было.
кроме этих двоих, Артура и Шаха. Как они ушли, я поднялся к Виктору. Дверь была открыта. Сидел за столом живой. Фотографию крутил в руках, ну, которая у него на столе. Я не стал мешать, дверь прикрыл, спустился. Ну, не знаю я, что произошло. Не знаю. Найдите Шаха и Артура. Вообще этот вопрос можете решить? Тебе чего надо? Шах и Артур нужны. Кто-то ему нужен. Надо. Да поговорить надо. Пойдем. Сегодня же вопрос будет решен. Я провожу, ничего. Пойдем. Разберетесь с этим и сразу займитесь Яном. Да, все понятно. Только напоминаю, эта крыса мне нужна живее. С вами Кудряшов хочет поговорить. А кто такой Кудряшов? Не знаешь, кто такой Кудряшов? Андрюха! Да? У тебя морозильник включен? Включен. Забери вот этого мальчика. Морозильник закрой его, а ключи присядь. Сделал для нашего дела очень многое. У тебя хорошие идеи, но это не наша игра. Нам навязывают чужие условия, а это конец. Шах, у нас с тобой теперь нет другого пути.
Да. Здесь у клуба машина Алексея. Его полчаса уже нет. Что-то не то. Да. Понял. Чем могу служить? Где твои хозяева? Они вас ждут на дамбе. Ваш пацан с ними. Поговорите с ним. Леха должен быть здесь. А я на дамбу. Thank you.
машины, быстро! Лежать! Лежать, я сказал! Руки за голову! Руки за голову! Лежать! Встал! Встал! Пошел! 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 Быстро! Быстро, я сказал! Товарищ полковник. Ну что? Все нормально? Давай, поехали. Рад видеть вас живым и здоровым. Товарищ полковник, вас срочно. Да. Хорошо, сейчас буду. Желаю удачи вам в спорте, ну и в личной жизни.